Уважаемый господин государственный секретарь, Mr. State Secretary, уважаемые коллеги, dear colleagues, мы виделись с вами 16 февраля в Бонне, где мне предоставилась возможность ознакомить вас с основными подходами Москвы к повестке дня российско-американских отношений и к международным делам. We had an opportunity to meet on the 16th of February this year in Bonn, where I had the chance to give you an overview of Moscow approaches to Russian-American relations and international agenda. За прошедшие пару месяцев прозвучало множество заявлений из Вашингтона, касающихся как нынешнего состояния и перспектив этих отношений, так и ключевых международных проблем. Over the past few months, we heard a lot of different things from Washington regarding the current state and the outlook of these relations, as well as key solutions to these problems. Не скрою, у нас возникло немало вопросов, учитывая весьма неоднозначные, порой противоречивые идеи, которые высказывались в Вашингтоне по всей палитре двусторонних и многосторонних дел. I will be frank that we had a lot of questions regarding very ambiguous as well as contradictory ideas on the whole plethora of bilateral and international agenda coming from Washington. Ну и, конечно, я уже не говорю о том, что помимо заявлений мы наблюдали совсем недавно весьма тревожащие действия, когда была предпринята противоправная атака против Сирии. And I would also like to say that apart from from words, we also saw some very troubling actions regarding the attack on Syria. Мы с вами это обсуждали по телефону. Российское руководство, наш президент, уже высказал в этой связи принципиальные оценки. We discussed this over the phone, and the Russian leadership, Russian president, expressed his evaluation of these events. Считаем принципиально важным, чтобы не допустить рисков рецидивов подобных акций в будущем. We believe it fundamentally important not to let these actions happen again in the future. Так что я считаю ваш приезд весьма своевременным. I believe that your visit is quite timely. Он предоставляет столь необходимую возможность для того, чтобы, как и договаривались президенты Путин и Трамп, откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем этим вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта. I believe that it gives us a necessary opportunity, as it was discussed by President Trump and President Putin, to have an honest and frank discussions to clear the outlook for the future for our cooperation, first and foremost on the wide anti-terrorist front. Это особенно важно в период, когда, как мы понимаем, еще не все ключевые посты в Госдепартаменте заполнены, и в этой связи оперативно получать разъяснения по текущим, да и по перспективным делам совсем непросто. This comes especially at a time when not all main positions in the State Department has been filled yet, so it is not always so easy to have the clearance on the current situation and on the future. Мы не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному, равноправному диалогу и сотрудничеству на основе учета законных интересов друг друга. We have reiterated multiple times that we are prepared for a constructive, equal footing and a good dialogue with consideration for our legitimate interests. Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора. Либо мы с нами, либо вы против нас. This is our consistent policy, and it is completely in line with the international law, and it is not influenced by the current political climate with the complicated choices and wrong choices of whether you're with us or against us. Мы всегда за коллективные действия и не считаем продуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов и мезальянсов. We believe in collective actions, and we do not think it is effective to have behind closed doors alliances and two alliances. Эта позиция, конечно, не раз доводилась до наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам. We have given our position, we have got our message across to Washington and to you as well multiple times. И нам, в свою очередь, очень важно понять вашу позицию, позицию США, реальные намерения вашей администрации. Надеемся, что сегодня мы продвинемся по этому пути.
And it is important for us to understand your intentions, intentions of the U.S., and the real intentions of this administration. We hope that we can clear up today these things. Добро пожаловать. Welcome. Well, thank you very much, Foreign Minister Lavrov, for those opening remarks. And this does represent a continuation of our communications and discussions and dialogue that began in Bonn. Большое спасибо, министр Лавров. Как вы уже сказали, эта встреча является продолжением нашей встречи, которые происходили в Бонне. We also have had telephone conversations since that time, and as we both have agreed, our lines of communication shall always remain open. Мы также провели несколько телефонных разговоров, где мы с вами договорились о том, чтобы эти линии связи продолжались быть открытыми. Our meetings today come at an important moment in the relationship so that we can further clarify areas of common objectives, areas of common interest, even when our tactical approaches may be different. Эта встреча происходит действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими, и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах. And to further clarify areas of sharp difference so that we can better understand why these differences exist and what the prospects for narrowing those differences may be. Это также нам предоставит возможность объяснить и выразить те точки, в которых мы с вами различаемся во мнениях, для того, чтобы сузить эти точки различия и для того, чтобы пояснить позиции и взгляды друг друга. And I look forward to a very open, candid, frank exchange so that we can better define the U.S.-Russian relationship from this point forward. Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому и откровенному диалогу для того, чтобы мы смогли сделать все для того, чтобы продвигать взаимоотношения между нашими странами в положительном направлении. And I thank you for hosting these important meetings today, and I look forward to a very wide-ranging discussion on a number of important topics. Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, за то, что вы принимаете нас сегодня и организовали эту встречу для того, чтобы мы обсудили целый ряд очень широких и очень важных вопросов.